Dancing is what to do. Dancing's what they taught you. Dancing's what clears my soul. Dancing's what makes me whole. Dancing is what to do. Dancing's what they taught you. Dancing's what clears my soul. Dancing's what makes me whole. Dancing is what to do. Dancing's what they taught you. Dancing's what clears my soul. Dancing's what makes me whole.
come back. It won't end well, but I wish you'd tell me to. Our love is 6 feet under. I can't help but wonder if our grave was watered by the rain. Would roses bloom? Репортаж краткий. Позади остались 7 озер. Поднимаемся выше. Их оказывается не 7, а целых 11 озер. Уже начались снежные склоны. Вот такая узкая тропинка. Вверх.
2300-2400 над уровнем моря. За нами вот 4 наших, ну не сказать, что альпиниста, но не хуже любого альпиниста. Это я. Это я. Вот, они проходят. А ты Джамшид, а я Алишер. Молодой Джамшид. И молодой Егор, по-нашему Йодгор. Или Негор. Или Негор. Негор, Йодгор. Иду дальше. Впереди, ну еще часа 4-5. Будем на связи. Ботинки все промокли. Ребята поднимаются. Еще двое. Здесь ближе к пику. Уже снега мало. Судя по всему, потому что уже солнце наверху. Температура примерно... Сколько, Егор? Что? Температура? Плюс 5-7 есть. Температура воздуха. А? 13 градусов выше нуля. Все промокли. Хотя на мне всего 3 слоя. Футболка, легкий обычный свитер, куртка. Но уже вспотел по полной. Ребята поднимаются. Идем дальше. Привал. Дошли до солнца. Дошли до солнца. Вот привал. Рюкзачок где-то около 20 килограммов. Нам подниматься вон на ту гору. Вот за эту гору. Иншаллах. Иншаллах. Вот такой рюкзак. Килограммов 20. Его берем с собой. Специально у каждого в рюкзаке упакован палатка и нужные питания на дорогу, у каждого свое. То есть для чего это делается? Для того, чтобы при отрыве от команды, там, в случае каких-то этих случаев, человек имел возможность себя в этом экстремальной ситуации обеспечить со всеми необходимыми в этой ситуации условиями. Вот такой рюкзак, угу. Вот ножичек и вот такая выгрузка. И передача охоты, рыбалку мы потом. 20 кг. Поднимаемся. До следующей передачи. Так, высота 2630 метров. Вот, Шлагменархат. Почти дошли. Глоточек не останется. Наши ребята чуть-чуть назад остались. Двое. Но пока идем. До встречи. Журчат. И чинары им тень обещают. Помните такую песню? Джура-охотник из Минархара. Вот вам аул, где снимали этот фильм. Джура-охотник из Минархара. Начинается фильм так. Близ границы, высоко в горах Памира, затерялся кишлак Минархар. Но я так думаю, зачем подниматься 6000 метров, когда можно спокойно снять на высоте 3000 метров над уровнем моря. Хотите спросить, где снега? Приходите сюда в апреле, в мае, и вам будут и снега, и ледники, и яки. Так что, друзья, всем привет из Минархара. Шухрат Ибрагимов, 3200 метров. Идем дальше. Ну, как же без этого? Провалился под воду, точнее,
провалилась только правая нога. Обувь здесь мокрая. По щиколотку. Ну, не знаю, нам еще где-то час-полтора идти. Ребята предлагают заночевать здесь, в Кишлак-Эмин-Архар. Ну, думаем, раз уж пришли, давайте подниматься выше. Посмотрим, что там. И еще по ситуации. Вот так. Да, широко. Говорите. Я хотел сказать людям, которые хотели бы испытать этот экстрим. Естественно, тяжело. Без физподготовки, да, лучше без не лезть. Без физподготовки не стремитесь сюда. Надо минимум хотя бы пройти трехнедельный. Трехнедельную тренировку. Это ходьба, бег, отжимания. Работа на икры, на плечи. Дыхательные упражнения. Да, обязательно, да. Обязательно дыхательные упражнения. Можно по методу Вим Хофа или Бутейка, я не знаю. Но советую, кто собирается, это просто красота, это всплеск эмоций. Это адреналин. Выделение адреналина, правильно. Идем дальше. Удачи, ребята, до связи. Обувь вся мокрая, носки мокрые. Еще метров 100 подниматься, кислорода нету, ноги дрожат, сердцебиение сильное, но надо, поставил цель, добейся, порви пятую точку, но поднимись. Ребята молодые, пошли вперед, мы чуть позже, замыкающие, только снег мешает, скользим, это препятствие. Вот это, оказывается, восьмое озеро. Мы ожидали, что это там будет вода, но нет, пока поднялись, увы, увидели, что озеро высохшее, а потому что мало осадков, восьмое озеро высохшее, поэтому не думаю, есть ли резон подниматься дальше за 9, 10 и 11 озерами. Поэтому открываем здесь палатку и там посмотрим. Да, кажется, форс-мажор. Вот, говорится, система Ниппель, какие-то 10 минут, и двухслойная палатка натянута, и готовится вторая палатка. Доброе утро всем, сегодня 25-е, проснулись. Вот такая у нас палатка, трехместная, мы как старички-разбойники здесь втроем, вот все у нас здесь, ножичек рядом, естественно, на улице, да, минус один, даже чуть-чуть больше или плюс, вот все в таких спальных мешках, ну, скажем так, было холодновато, но все закрыли в вакууме и, как говорится, своим теплом согрели свой спальный мешок. Вот такой у нас здесь сеточка, как его называют. Здесь у нас первый необходимый. Септик,
наш завтрак, сыр, мясо чуть-чуть. Ну, сегодня скоро начнем день. Всем удачи, до связи. Так, доброе утро, друзья. Время 8:40. Солнце вышло из-за гор. И сразу стало тепло. Чувствуется витамин D, как бежит по телу. Только позавтракали. Начинаем, как говорится, приступать к водным процедурам. Если можно так выразиться. Чуть-чуть такой легкий ветерок. Ну, в общем, все супер. Не замерзли. Красота. Позавтракали. На завтрак у нас были сыр, сосиски, шпроты, кофе, естественно. Как без этого? Не понимаю людей, которые не пьют кофе. И сегодня дальше посмотрим, куда нас понесет. Доброе утро, друзья. Главное в таких походах следы. Нужно обязательно ступать по следам, потому что тот, кто идет впереди, он рискует больше всех. Поэтому, раз он поставил след, нужно идти по его следам, чтобы не провалиться. Запасная обувь, естественно. Вот она у меня новая, сухая. Вот наш лагерь. Мы чуть-чуть идем наверх, просто чтобы осмотреться вокруг. Вот у нас два старших Аксакала. Аксакала впереди. Акичам вообще такие Алишер. Конечно, жаль, что озеро без воды. Но посмотрим. Вот там внизу речушка, которая, в принципе, идет от 9-го озера к 8-му. Но, скажу сразу, ландшафт не из... Ну, будет обидно сказать горам, что ландшафт некрасивый. Но ландшафт такой, что можно снимать «Звездные войны». Тем более сейчас, когда нигде нет зелени. Ландшафт довольно суровый. Ветерок поднялся чуть-чуть, хотя мы в ущелье. Здесь, как, скажем так, в косушке, со всех сторон горы. Но все равно ни одного деревца, ни одной зелени. Вот за этими горами у нас 9, 10, 11 озера. Но мы решили туда не ходить. Так что, скорее всего, немножко здесь пройдемся и начнем. Еще раз повторюсь, ландшафт чисто для звездных войн. Ну, там внизу, далеко-далеко, остался мечтак для Архар. Спуски мы еще раз на него посмотрим. Так что удачи, друзья. Если кто хочет просто отключиться от города, это самое место. И для таких, кто хочет любоваться, селфи-мелфики, это не для них. Завтрака, пройдя, сделать маленькую прогулку, Шухрат нашел место для медитации методом шавасаны без музыки. Здесь музыка не нужна, достаточно
потока воздуха южного, солнечного потока энергии, энергии земли, энергии неба, тишины. Это все восполняет всю энергию для получения медитации, энергии. Шухрад успокоился, лежит. Очень приятное, очень такое благосостояние, очень спокойно, приятное. Здесь, можно сказать, единственное, я мешаю своим комментариям. Но я сейчас тоже успокоюсь, выключу телефон, пускай Шухрад достаточно. Здесь достаточно минут 5 пройти медитацию. Если в городских условиях нужно минут 15-20 пройти медитацию, здесь 5-минутная медитация восполнит всю эту 15-20-минутную медитацию. Доброй, спокойной медитации, дорогой мой Шухрад. Вот идет сбор палаток. В принципе, мы очень быстро собрали свою палатку. Естественно, не без помощи нашего Егора. Парнишка оказался очень ответственным, очень, как сказать, человечным, если можно так выразиться. Человечным. Давно таких молодых парней не встречал. Ну, как молодой? Ему 34 года. В принципе, такой же молодой, но в возрасте Иисуса. Самый такой смак. Нам, мне 45. А Черку Джамштукуанди одноклассники, 50. И кто бы сказал, что в полдень, в 50, можно вот так добраться до гор. И если вам кто-то сейчас скажет, что он состарился, прошу прощения за грубость, гоните в шею. Вот, вот и такое у нас есть. А вы говорите, что такое бывает только у якутов? Нифига. И у нас есть такое. Мы идем вот туда, чтобы попасть под дрон. Все, ребята, я мы снимаем. Мы снимаем дрон, чтобы дрон снимал нас. Да. Телефон снимает, смотрит на дрон, который ищет нас. А вот мы здесь все в позе чуть ли не лотоса. Ждем его. Он пошел к солнцу. Давайте. Вот там дрон. Вот где-то здесь. Здесь солнце прямо в глаза светит. Поэтому мы его только слышим, но не видим. Вот тут следы. Скорее всего, прошлись на осле. И за ними прошелся волк. Вот следы волка, если видно. Прошелся на осле кто-то. И за ним пошел волк. Не знаю, там случилось, какой конец, кто кого, но здесь следов много, следы здесь обычно есть. Вот кто скажет, что ему полтинник, бежит прямо. Когда у вас тропа, и на тропе снег и глина, лучше идти по снегу, потому что
при первом удобном случае можно снег стряхнуть, а первый камень. А глина, она набирается 1-2 кг, клеится, поэтому лучше выбирайте снег либо по камням, но не по глине. Глина клеится, и можете просто соскользнуть. Если скользите на глине, это похлеще, чем на снегу. Так что вот такие. Вот первый мост после нашего спуска. Речушка, как все золотоносные реки, это именно то и есть. Вот эта речка золотоносная. Летом вокруг речки много народу. Они то и дело делают, как клондайки, собирают золото. Говорят, государство принимает по 380 цемами за грамм. Но это кропотливый труд, к сожалению. Очень кропотливый. Склон горы, спуск с высоты 3. Вот таких сказочных мест, самодельных мостов, очень много. Возвращаемся с высоты. Вот 7-е озеро Хавтоль. Номаш Хазор Чашма. Вот за этим склоном должны быть кекелики, потому что уже 2 раза я их гоняю на своем пути. Если нам повезет, они полетят. Где-то здесь. Ну, посмотрим, если нам повезет. Где они? Где кеклики? 2 раза они полетели передо мной. Опа. Да. Нет, вроде не заметил. Лайфхак. Когда спускаетесь по склону, и у вас есть выбор, либо снег, либо камни, выбирайте камни. В снег можно провалиться, и вы не знаете, насколько глубоко, и ноги могут просто застрять. Если идете по такому месту, и у вас либо снег, либо глина, выбирайте снег, потому что снег можно в любое время стряхнуть, а глина набирается на ноги по 2-3 килограмма на каждую обувь. И обувь нужно выбирать не крутую, а непромокаемую, с хорошей подошвой, чтобы на камнях их не рвало. Вот такие лайфхаки, пока спускаются. Вот такие сидушки делают для себя охотники, где можно просто посидеть и ждать в засаде. Вон там внизу начинается озеро. Мы до него спускаемся. Зимой озеро. И такие красавцы здесь встречаются. Значит, приживайся. Я так думаю. Но не знаю, они или монгольские маленькие лошадки. Thank you.
выбирать тропу, но почему-то иногда я оказываюсь первым. Удачи, друзья, до свидания. Ну, обратно на том же месте, где были вчера. Чем отличается сегодняшний день от вчерашнего? У нас с собой мусор. Вот этот мусор мы берем с собой, потому что знаем, что пластик разлагается 100 лет. Поэтому весь пластик, все, что можно, мы взяли с собой. Кроме единственной использованной туалетной бумаги. Сказали, что она разлагается быстрее. Так что вот, вон оттуда, с тех гор, и пойдем. Обратите внимание, друзья, там, где теневая сторона горы, здесь стоит снег. Там, где солнце прямо лучами садится на гору, никакого снега. Вот такой контраст, понимаете ли. Внизу речушка, и все это идет в Седьмое озеро. Туда и мы. Снег, слякоть и сухо. Говорят, на три вещи можно смотреть бесконечно. Это как работает человек, как бывает огонь, горит огонь и как протекает вода. Вот на эту воду, на эту речушку можно смотреть бесконечно. В этом есть что-то завораживающее. Но люди этого не понимают. Когда скажешь горы, скалы, речка, они говорят, что ты там нашел? Лучшие ночные клубы, бары, рестораны. Такие люди деградируют, а мы прогрессируем. Как? Вот это легендарное Седьмое озеро. Прозрачная вода. Видно дно. Вот несколько метров. И тянется туда, дальше. Здесь мы сейчас хотим разбить лагерь и пообедать. А я планирую искупаться. Посмотрим, что из этого выйдет. 25 октября на Тае. Удачи. Так идешь по берегу озера, смотришь наверх и говоришь между мной и тем, что пойдет сверху, только Аллах. Но хауля вало кода и табелю грязи, Аллах калту Аллах, охранит нас Господь. Вот, и мы заканчиваем выход из Седьмого озера. Точнее, до новой встречи. Вот это писавшее русло, которое оживает в начале весны и идет вниз к Шестому озеру. А мы здесь отправляем поход где-то через 20 минут.
дойдем до места, где нас заберет машина. Это будет Чистое озеро. Дальше лагерь. Где-то час пути на машине. Так что, друзья, удачи, до встречи. Будем на связи. И такое бывает в этих местах. И такая красота тоже есть. И вы для них просто обыкновенный прохожий. Вот это коска. Батарейка садится. Не могу приблизить. Но вот отсюда идет большая речка вниз. При этом здесь можно запросто принимать душ и искупаться. Вот наши ребята уже к лагерю, к первому, где нас заберет машина. До связи. Вот мы пришли в лагерь. Не сказать, что это конечный пункт, но, по крайней мере, мы спустились с гор. Место дислокации. Вот здесь все разбросано. Но только-только начинаю приходить в себя. Это вот я. Немножко потрепанный. Да. 13 километров туда. 1 километр ввысь. Это нечто. Конечный это было 3200. 3300. 3300. Я вам скажу, на чем ты на 3 Это что? Это суровое. Для азиатов это суровый экзамен. Суровое испытание. Да, суровое испытание. Как бы метод выживания, можно так сказать. Экзамен своего характера, ощущение силы, всплеск эмоций. И выброс адреналина. Было прекрасно, было идеально. Было ярко, сильно, красиво. Это еще не конец, да. Это еще не конец. Нас ждет плов, совместное приготовление и домашнее вино. Да. Второе можно было и не афишировать, но не знаю, посмотрим по ходу, что будет, потому что реально все устали. Вот здесь именно звук огня успокаивает. Вот это мои ботинки, которые промокли. Я жду, когда он все отчитываются своим сельем, что мы в порядке. Мы живы-здоровы. Ну, я уже буду говорить, как не без этого, как не без домашнего уюта. Так что, Ако, с ваш плов, мы сейчас к вам спустимся. Сейчас, да, совместный плов, это в одном казане будем приготавливать пиджикенский плов. Дорогие друзья, как таджикский вечер без плова. Вот мы завершили поход, и у нас готовится плов. Акинчам что-то обещал, что это будет и хаджинский, и паджинский. Пинджикинский плов, прошу прощения. Значит, мы здесь смешиваем и красную морковь, и желтую морковь. Поэтому, что из этого выйдет, я вам дам знать. Вот мы готовим плов здесь, в горах. Кульминация, завершение нашего плова. Вот, собираемся обратно. Вот, Джамбик молодой, Аки Джимабой, Аки Джамшит. И вот наша собачка сопровождает. Как зовут его? Собачка не шоферин. А, это оказывается не собачка, а водитель. Кони, как тебя зовут? Кони. Вот ты какой красавец. Вот этот мальчик нас сопровождает, блондин с карие глазами. Вот, широко.
и наш Йодгор Егор Егор. Да. Едем домой. А мы какого зиджой на мире? Кани, собачка. Ма, ма. Кани, кани, кани. Собачка. Ма, 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 ма. Все ему интересно. Едем домой. Озеро Нофин. Нофин, слово «но» – «бог». Потому что четвертое озеро. Третье озеро называется Пушьор. Пушьор, как бы по-русски, по-таджикски. Трезвый, бдительный. Ну, Пушьор. Не знаю, кто их называл, но так и называется. Третье озеро Пушьор. Здесь вот такой обвал. Дорога немножко валила камнями. Вот это первое озеро, дорогие друзья, вот семь озер, называется Межгон, то есть ресница. Ну, примерно, говорят, образование этих озер где-то 10 тысяч лет. Ну, дорогие друзья, первое озеро Межгон. Вот если обратите внимание, цвет фиолетовый, и вот эта гора, вот эта стена, о господи, отражается внизу. Вот. Нас сопровождают местная живность. И главное, обратите внимание, что видно дно озера. Видите? Дно озера видно. Это нечто, нечто удивительное. Насколько природа позаботилась, чтобы мы насладились всем этим. Удачи! Камня. Вообще скажу я вам, здесь вокруг семи озер столько всяких родников. Одному Богу известно, откуда выходит вода и куда заходит. Здесь, поверьте, если выпить из этого родника воду, то у вас будет вечная мудрость. Ну, хотя бы относительно здоровое тело. Поэтому, воспользуясь моментом, мы выпили из этой воды и, короче, умылись и надеемся,
что это будет во благо. Удачи. Там тоже на Сурсян, я видел Сурсян.